Начинаем, да? Да. И 15, как говорится, поехали. Так. Так, задержка, видимо, небольшая, я так понимаю, да? Все, мы уже в эфире, я так понял. Так, все, ребят, всех приветствую. Давайте маленько вот сюда, наверное, перемещусь. Как меня, как видно, как слышно? Пожалуйста, поставьте пятерочки, если меня видно или слышно хорошо. Так. Так, отлично, все, начинаем. Всем хорошо видно меня, всем хорошо слышно меня. Так, ребят, сегодня я хочу начать непосредственно рассказать о нас, о нашей платформе и о том, что мы сегодня предложим. Мы сегодня ведем вебинар «Нас трое». Это Евгений Ванин, это Николай Котин и я, Илья. То есть я один из основателей платформы Argos. Давайте сразу же разберем такую вещь, что такое платформа. Ребят, платформа Argos это не является проектом. Это такая экосистема, на которую будут запускаться и в данный момент запускаются блокчейн-проекты, какие-то сервисы, продукты, которые будут помогать людям непосредственно зарабатывать и решать свои финансовые вопросы. Это очень важный момент. Сервисы и инструменты и продукты я не зря сказал, потому что многие люди, когда заходят в бизнес, они хотят деньги получать еще вчера. Они приходят зачастую кто-то неподготовленный, кто-то необученный. Или даже если профессионалы приходят, то у них есть команда, которая нуждается в необходимой информации. И поэтому, когда я сказал сервисы, инструменты, это те вещи, которые помогут им деньги получать сразу же, ребят. Вот. Но об этом мы поговорим позже, потому что у нас есть спикеры, которые об этом расскажут более подробно, что мы сделали, что мы в дальнейшем будем делать, и мы с вами разберем, что вы получите. Итак, мы разобрали, что платформа Argos – это экосистема, и Argos исполнилось в декабре год. Мы запустились ровно год назад. Год назад у нас вышел первый проект, он назывался Genius. Ну, в тот момент у него названия не было, сейчас мы его переименовали в Genius, потому что мы вышли в рамки, то есть мы вышли за рамки проекта и стали платформой, и пришлось его как-то дать название. Назвали мы его Genius, то есть гениальный. Так вот, дальше, после того, когда мы хорошо стартанули, прекрасно работали, все мы знаем, что случилось. Поскольку Genius у нас находился и находится на данный момент в сети Ethereum, это наложило определенные проблемы, как высокие комиссии, и комиссии зачастую доходили выше стоимости входа. И мы дальше приступили к выходу из положения. Выход из положения, естественно, был только один – переезд на новый блокчейн с новым маркетингом, естественно. Мы приступили, ребят, к работе. Много утекло воды, мы очень много разрабатывали, долго времени разрабатывали. У нас поменялись программисты, поменялись штаты, вообще поменялось целиком все окружение, и осталось небольшое то количество людей, с кем мы начинали. И на самом деле это к лучшему, потому что сейчас коллектив у нас более сплоченный, более профессиональный, но люди, которые с нами двигались с первого проекта, лидеры, у нас таких много, остались с нами. Это очень прекрасно, потому что когда люди с нами идут до конца, это тоже признак, такой элемент доверия. Ну так вот, мы приступили ко второму, к следующему проекту. Он у нас называется на данный момент Next. Многие знаете, кто сейчас находится, может кто-то прошел из новичков. Next мы уже начали строить на более лояльном для нынешнего времени блокчейне. Это у нас блокчейн, все мы знаем, Tron, да? Это низкие комиссии, низкие транзакции. Вот. И я сейчас, после того, когда передам слово двум нашим спикерам, я буду отвечать на их вопросы и презентовать вам, скажем так, не презентовать, а покажу преимущества нашего нового проекта и всех остальных преимуществ, чем мы так выделяемся и чем мы так хороши на фоне других. Евгений, я дам тебе, наверное, слово, я сделаю такое небольшое вступление, а сейчас, Евгений, тебе и Николаю даю слово. Потом уже непосредственно буду приступать к разбору маркетинга и проекта. Жень, все, берешь слово? Почему ты здесь? Почему тебе все понравилось?
Секундочку, это Илья, тут просто ребята говорят, проблемы со входом у кого-то, точнее не со входом, а не могут, не видят почему-то. Я сейчас тоже попробую с телефона зайти, буквально минуту проверим, в чем может быть А проблема. меня не слышно? Нет, тебя слышно, все нормально. Так. Нет, у меня все видно. Ну, может, это единичный случай, но так бывает. Да, я вот зашел со своего телефона, у меня все на телефоне работает. Давай я сейчас тоже, наверное, видео подключу. Да, да, Евгений. Просто чтобы видели, вот у меня тоже на телефоне все воспроизводится, все нормально, здесь чат просто засвечен. Вот поэтому такие дела. В общем, друзья, всем привет. Рад всех видеть сегодня на долгожданной презентации. Илья, наверное, тебе надо это видео немножко отключить, чтобы меня люди видели. Ты можешь выключить видео? Во, ага, спасибо. Так, еще раз давайте поставим десяточки, как меня видно, слышно. Так, у нас небольшая задержка, потому что трансляция идет через YouTube. Через YouTube. Все, ну кому-то отлично видно, слышно. Все. Самое главное, что это, ну, это просто единичный случай. Видимо, то ли какие-то программы не работают на телефоне, может быть, еще что-то. В принципе, комната – это, по сути, оболочка для YouTube. Вот, ладно, давайте. Я понял, что всем видно, все слышно. Десяточки пошли. Отлично. Рад вас всех видеть сегодня. И сегодня долгожданная, еще раз повторюсь, презентация проекта NetworkX, точнее, компании Argos и проекта NetworkX, о котором мы сегодня будем говорить. Эта система мне понравилась лично тем, что она работает децентрализованно. Это самое главное сейчас в нынешнем бизнесе. Очень многие люди наверняка сталкивались с тем, что очень много мошенничества происходит в интернете, да, то, что компании какие-то закрываются и так далее. То, что создала компания Argos, дает вам те возможности, которых нет в других проектах на самом деле, да, потому что децентрализация – это прежде всего ваша безопасность, и вы моментально получаете те деньги, которые вы заработали. Вот сегодня у нас как раз пойдет речь именно о проекте NetworkX. Мы сегодня поговорим о маркетинге, расскажем о тех инструментах, которые вы получаете для своего личного продвижения. В общем, то, что вы сегодня увидите, я думаю, вас немножко повергнет в шок, да, потому что здесь есть минимальные, так скажем, вход в бизнес, да, и максимальная отдача от того, что вы получаете именно в деньгах. Илья, может быть, еще кому-то слово передадим? Или как? Может быть, Николай еще что-то скажет? Вот, и мы начнем тогда уже основную презентацию. Или мне все-таки показывать уже презентацию? Я тебя не слышу, Илья. Звука нет, я тебя не слышу. Я тебя вижу, но не слышу. Звука нет. Так, как мне слышно? Вот, сейчас нормально, да. Давай так, наверное, смотри. Я тогда сейчас начну презентацию. После того, когда я начну презентацию, подойду к самому главному, что касается тебя. Ты покажешь, почему ты здесь, именно выплаты других людей, покажешь эти прекрасные инструменты. Николай подключится и тоже скажет определенное, может быть, какое-то сравнение и свое мнение насчет всего этого. Поскольку он с нами уже давно, больше года, Николай, у него есть определенное мнение, причем, заметьте, оно взвешенное, путем оцененное путем определенного времени. Ребят, это круто. Давайте, наверное, тогда что, если демонстрация видна, я точнее, демонстрацию включаю и начинаем. Я могу тебе включить все слайды прям непосредственно в комнате. Давай, наверное, так и сделаем. Как правильно? Давай, делаем как правильно. Так, формы, ссылки, так, презентация. Так, единственное, ты мне скидывал три презентации. Вот она, наверное, это она и есть. Открывай, знаешь, с моей гиперссылкой. Я просто им покажу сразу же на примере. Вот сейчас, ребята, сюда. На примере, как это должно все работать. Там их. Ты какую загрузил? Ну, так. Я не знаю, ты мне их дал три, я уж там запутался в них. Все, ладно, хорошо. Так, давай, включай второй слайд. Давай, первый слайд включай. Так, да, все правильно, ребят. Так, всем все видно? Пожалуйста, скажите, поставьте единичку, если всем все видно, и приступаем.
Если кому-то мешает видео, можете его немножечко сдвинуть, вот этот вот, где наши лица находятся. То есть вы можете передвинуть. Да, в любую часть экрана, кстати, очень удобно. Плюс авто вебинара, скажем так, не авто вебинара, вебинара в комнате вебкаста. Ну, честно, очень здорово, удобно. Так, сдвинули, да, единички пошли. Так, оба на весь экран. Угу, отлично. Так, Жень, давай маленечко. А, все, я могу. Так, листать, Жень. Давай, все, первый слайд, я буду говорить, когда перелистывать. Ну, начинаем. Ребят, в конце вы получите эту презентацию, я вам скажу больше. Это не простая презентация, это что-то большее, потому что она одновременно и презентация, и очень крутое представление возможностей не только самого маркетинга, а в целом всей экосистемы. Дальше и в конце она еще человека может зарегистрировать. То есть это не простая презентация, это презентация такая многофункциональная, очень крутая. Так, первый слайд у нас, то есть это Argos и что проект, как называется, Next Network X. Приступаем ко второй страничке, ребят. Здесь у нас описано, что проект Argos – это глобальная блокчейн-платформа, представляет которую вашему вниманию инновационный высокоприбыльный блокчейн-проект Next. И Next, ребят, Next – это сокращенно Network X. Network X переводится как сеть X, которая построена на смарт-контракте Tron. Смарт-контракт Tron – что это такое? Это высокая скорость, первая. Второе – это все операции находятся на пике надежности. Третье – отсутствие рисков. Четвертое – анонимность. Пятое – 100% надежности. И шестое – почти нулевые комиссии. Как я и сказал, это немаловажный факт, когда комиссии до этого были очень дорогие в эфириуме. То есть это прекрасно. Это дает нам понять, что проект Next безрисковый, надежный. И на него никто не сможет повлиять или что-то изменить, поскольку он находится в блокчейн-сети Tron. Далее, ребят, мы приступим к более детальному разбору маркетинга. Жень, пожалуйста, перелистни. Сейчас Евгений перелистнет. Отлично. Далее мы с вами видим, почему вы должны выбрать проект Next, ребят. Это очень важный элемент. Мы же где-то кто-то находится или кто-то хочет презентовать другим людям проект. Он должен рассказать именно те фишки, которые его зацепят. Он скажет, да, братан, или там, неважно как, я хочу быть с вами. Вот. Поэтому давайте разбираться, что же здесь такого уникального. Еще раз, почему вы должны выбрать проект Next? Первое. Доход с глубины 15 линий вниз, 100% с партнера. Как бы это ни звучало, да, ребят, на самом деле это возможно. 100% с партнера там с первой линии, как со второй, с третьей получается, мы разберем позже. Но это возможно, ребят. 15 линий вниз, 100% с партнера. Дальше. Возможность построения пассивного дохода. Да, ребят, это тоже возможно. Дальше. Неограниченный доход с одного партнера. И это возможно. Дальше. Неограниченный доход с любой площадки. Вот так вот. И еще один немаловажный фактор. Те люди, которые говорят, где же людей брать? И мы об этом позаботились. Мы сделали так, что этот проект сейчас переведен уже на 21 язык. То есть это международный проект, который переведен на 20 язык. И поэтому здесь моменты исчерпываются, когда человек говорит, а где людей брать? Хоть где. Потому что это международный проект. Интеллектуальная система покупки площадок за 50% стоимости. Да, ребят, и такое здесь тоже присутствует. Позже разберем, как это работает. Полная автоматизация всех процессов. Ребят, вроде бы как везде все автоматизировано, но здесь автоматизация настолько полная, что она дает возможность именно пассивному доходу. Это в целом, после всего маркетинга вы поймете, насколько это круто и насколько всех элементов полная автоматизация касается. Дальше. Личный кабинет для бизнеса премиум-класса. Ребят, премиум-класса – это все не зря сказано, потому что что такое кабинет? Вы приходите на работу, у вас есть свое личное пространство. И это личное пространство, оно у вас должно, скажем так, стимулировать на работу плодотворно, чтобы влияло на ваш процесс. И мы создали кабинет тот, который непосредственно адаптивен, очень приятный в юзабилити, и он настолько информативный, что будет покрывать все ваши вопросы максимально. Это очень важно. Так, у меня тут что-то увеличилось, ну ладно. А вот все, экран просто полностью стал. Так, личный кабинет премиум-класса. Дальше, инструменты для продвижения. От Freedom Technology и Argos. Очень крутая вещь, вы будете в восторге, поскольку, как я сказал, многие люди приходят и говорят, где мне людей взять? Я не умею, я не знаю, я не могу.
Сколько лидеров, у которых такие люди? Или просто люди, которые пытаются, им до этого не давали что-то, обещали. Ребят, вот у нас эти инструменты, которые вам позволят деньги сразу же получать. То есть сразу же, не знаешь ничего, ты получишь. Просто будешь делать то, что там написано. Реферальная привязка вашей команды с проектом Next Plus. Важный момент. То есть проект сейчас есть Next. Дальше у нас будет Next Plus. И реферальная привязка – это тоже уникальная вещь. Наверное, здесь я сейчас расскажу. Это тогда, когда вы сейчас построите в основном проекте Next команду, и когда зарелизим проект Next Plus, и вы в Next Plus активируетесь, то ваша команда, вы им ссылку реферальную давать не будете. Просто будет там активироваться, она автоматически попадет под вас. То есть она никуда в сторону не уйдет. Это очень важный момент. То есть проблема всех проектов заключается в том, что когда вы в каком-то проекте занимались, развивали команду свою, тратили свое драгоценное время на ее развитие, на обучение, и какой-то появился трендовый проект, всегда что-то новое лучше предыдущего. Всегда так было, так и будет. Нечего здесь лукавить. Вот. И люди, естественно, хотят в этом тренде поучаствовать, и вам нужно заново собрать команду. Если вы не соберете, кто-то перехватил инициативу, он ваших людей может забрать. Ребят, здесь эта проблема решена. Next Plus – это будет очень трендовая вещь. И все ваши люди, которые даже пускай в каком-то моменте обидятся на вас, и они будут регистрироваться в Next Plus, они также под вас попадут. То есть они зарегистрируются под вас и будут находиться также в вашей команде. Это очень-очень важно. То есть здесь команда не будет теряться, она будет только по нарастающей, как снежный ком, увеличиваться. Дальше. Открытый смарт-контракт. Ребят, прошлый проект у нас был закрытый. Сейчас мы открыли по многочисленным просьбам. И, естественно, с аудиторской проверкой, ребят. Ну как же без нее? То есть, если люди не уверены, окей, есть аудиторская проверка, которая вам покажет, что здесь все очень здорово. Все это делает проект Next самым прибыльным и уникальным проектом на рынке. Начав бизнес с нами, вы получите продукт, ребят, в реальности, который сам себя продает. Жень, следующий слайд можно, пожалуйста? Угу, спасибо. Так, секундочку. Стоимость входа в бизнес Next. Здесь все видно прекрасно. Если коротко, то, да, я зацитирую, полное название здесь это мы уже обыграли. Стоимость первой площадки 100 трон. Дальше идет удвоение. Все, здесь уже сказать нечего. Далее мы с вами разберем, как здесь идет доход. Этот слайд вы еще получите в конце всей презентации. Вы эту всю презентацию получите. Настройте свои реферальные ссылки, эта презентация сама будет себя продавать и делать вам деньги. Далее мы с вами разберем, как здесь идет доход. Жень, пожалуйста, можно на следующий слайд? Теперь, ребят, мы посмотрим на маркетинг очень так кратко. Мы специально слайд один создали, где маркетинг рассказан буквально в одном слайде. Конечно, информация более глобально описана ниже, но есть две составляющие успеха. Это что? Это понимание, то есть чтобы маркетинг был простой. И второе – доступность. Доступность на предыдущем слайде была. То есть вход в бизнес со 100 трон. Ребят, это копейки. А с учетом перспективы роста трона, это еще хорошая инвестиция. То есть этот доход является как депозит в банке, который вы, если не трогаете, то он вам даст еще не просто как в банке там 5% годовых, он вам даст сотни, а то и тысячи процентов годовых. Так что это очень классно. Давайте разбираться кратко о маркетинге Next. Проект Next, давайте смотреть все сразу же на картинку, я буду вам цитировать. Проект Next построен на матрично-линейном маркетинге с функцией реинвеста и автоапгрейда. Допустим, вы зашли на третью, на три площадки, видно у нас 1, 2, 3. И под вас встала Алиса. Буковка А – это Алиса. Алиса, и вы сразу же получили 100 трон. Вы заработали с Алисы сразу же 100 трон, как Алиса под вас зашла 100% с партнера. Далее под Алисой купили первую площадку 4 партнера. Видим P1, P2, P3 и P4. Деньги от партнера 1.2 уходят на автоапгрейд. То есть система автоматически сама купила Алисе вторую площадку под вами, и вы получили снова 200 трон сразу же на ваш кошелек. Средства от партнера 3 пошли на реинвест первой площадки. То есть Алиса по
под вами снова купила первую площадку и снова вам принесла 100 трон на ваш кошелек. Средства с партнера четвертого P4, который под Алиса, Алиса сразу же заработала и получила на свой кошелек. Таким образом, Алиса принесла вам прибыль 100 трон, 100 трон и 200 трон. Ниже давайте мы посмотрим, и чтобы понимали, как это все работает. В итоге, зайдя на одну площадку, Алиса начинает получать прибыль с четвертого партнера и так далее. Окупив две площадки и более, Алиса начинает зарабатывать сразу же 100% с одного партнера. Вот. И это, ребят, здорово, потому что это касается как раз-таки полной автоматизации. Почему это здорово? Многие скажут, я поставил человека, у меня не было денег. Ребят, сумма небольшая, чтобы зайти на две площадки, зарабатывать сразу же, это сразу же деньги. Не проблема. Дальше. Поскольку у нас вообще интеллектуальные автоапгрейды, и вы поймете, насколько это круто, переходить на следующие площадки, даже не дождавшись второго партнера, это мы дальше разберем. Важно, есть такой момент, когда многие люди стараются и трудятся с другими людьми, чтобы повышить их квалификацию непосредственно в этой сфере, чтобы они научились зарабатывать большие деньги, неважно, кто он, студент или кто-то постарше, неважно, какой относится к категории работник где-то или какой-то бизнесмен, не суть важно. Вы тратите на него время, и ваше потраченное время уже, она не будет впустую, то есть человек так или иначе автоматически перейдет к вам дальше. И это круто. То есть все ваше время абсолютно монетизируется. Но хочешь сразу же с первого зарабатывать, заходи на две или более площадок, как я и сказал. И вкратце еще. Быстрые реинвесты и автоапгрейды гарантируют, ребят, высокий доход. Это факт. Потому что деньги максимально быстро аккумулируются. И еще заметьте, реинвесты с каждого третьего партнера. Это очень здорово. Очень короткие и быстрые, моментальные. А Жень, следующий слайд. На следующем слайде мы видим реинвесты или неограниченный доход. Ребят, на самом деле тут все сказано с умом, или неограниченный доход. Давайте разбираться, почему же так. Реинвест – это повторная покупка площадки. В маркетинге Next реинвест происходит с каждого третьего партнера. На примере видно, мы пригласили Софью, буковка S – это у нас Софья, Тимофея на первую площадку. А Алису пригласили на первую и вторую площадку. Алиса сразу же проплатилась. Тоже это видим, буковка А. Дальше. Далее Алиса пригласила 6 партнеров на первую площадку, и у нее произошло 2 реинвеста. Видите, 6 партнеров под Алисой P1, P2, P3, P4, P5, P6. 2 реинвеста – это P3 и P6. 2 реинвеста с третьего и шестого партнера. То есть она 2 раза купила под нами или под вами первую площадку, принеся нам прибыль сразу же на кошелек. То есть, по факту получается такая картина, что когда человек приглашает, он стабильно делает реинвест, повторную покупку у своего вышестоящего наставника или спонсора, покупку площадки. Допустим, я активный, я встал под кого-то из вас и пригласил 1000 людей. Из этих 1000, значит, я с каждого третьего под вами заново покупал площадку. Значит, 1000 мы делим на 3, это значит, что 333 раза я снова купил под вами площадку, 333 раза я принес вам выплату в размере 100 трон. Это только с первой площадки. А если я пригласил столько же людей на второй или на третьей или на пятой площадке, значит, на других площадках я вам принес 333 раза выплату в размере входа на данную площадку. 200 трон, 400, 800, 1600 или 3200, ребят. То есть очень круто. Реинвесты реально гарантируют неограниченный доход. И причем заметьте, что это гарантия не только с одного человека может быть, но это еще может быть с любой площадки. То есть как мы знаем, что на любой площадке, допустим, если там какая-то определенная глубина, двухуровневые, там всякие матрицы непонятные, то там вы работаете в глубину и просто-напросто вы забываете, что такое доход со временем. И люди бросают эти проекты, так или иначе, неинтересно работать, когда ты не зарабатываешь. Это так. То здесь непосредственно у вас появляется возможность, не зря он называется матрично-линейным, что вы можете бесконечно зарабатывать с одной площадки. Неважно, еще раз, как я сказал, какая она. Первая, вторая, третья, четвертая или пятая. Это здорово. Вот. И мало того, вы можете бесконечно зарабатывать с одного партнера. А представьте, если вы найдете таких не один партнер, а 2, 3, 10. Вы думаете, что это не может быть?
Абсолютно вы не правы. Мы переведены на 21 язык. Не проблема. Эта презентация также завтра уже будет доступна на всех языках. Так что здесь, если кто-то скажет, что это невозможно, ребята, вы не правы. Как я сказал, презентация переведена также на 21 язык, и проект сам будет переведен уже на 21 язык. Так что не проблема пригласить активных людей, найти их. Сейчас они сами захотят здесь находиться. Подытожу. Marketing Next дает возможность поставить под себя любое количество партнеров. Это здорово. Так, Женя, следующий слайд можешь, пожалуйста? Это у нас 6-й слайд. Отлично. Автоапгрейд, и как он работает? Ребят, у нас автоапгрейд хитрый, поэтому он у нас в 2 слайдах, даже в 3 слайдах, потому что он себе несет очень крутой функционал. Давайте разбираться, что же это такое. Автоапгрейд. Предположим, вы купили 3 площадки, пригласили Алису на первую площадку и заработали с Алисой сразу же 100 трон. Алиса пригласила под себя Марию, видим, да, буковка М. А Мария передает деньги Алисе, но система видит, что у Алисы не проплачена 2-я площадка и удерживает или саккумулировала деньги в системе. То есть она их не отдала Алисе. Далее Алиса приглашает Дениса, буковка Д, и система плюсует сумму Марии и Дениса. И система автоматически, когда их сплюсовала, покупает под Алисой, точнее под нами, Алисе 2-ю площадку. Все здорово. То есть Алиса перешла на 2-ю площадку автоматически. Вы не будете звонить и говорить: слушай, пожалуйста, перейди на 2-ю площадку. Там у тебя 2 партнера, я тебе помог, или ты там пригласил, или не, у тебя сработала презентация или автовебинар, что вы дальше узнаете, и к тебе люди строятся, но ты почему-то дальше не переходишь. Переходи, Алиса. У тебя достаточно людей, достаточно денег, переходи. Алиса говорит: слушай, я не хочу. Или не выходит на связь. Ну или просто она на вас, скажем так, выходит на связь, ну, не готова сейчас. Но это были, как я сказал, ваши труды. Будет ли вам приятно? Пожалуйста, в комментариях напишите, будет ли вам приятно, когда вы будете стараться, трудиться, а люди будут игнорировать или просто, ну, не хотеть переходить. Ваше время будет потрачено, ну, скажем так, мягко говоря, зря. Не очень приятный момент. Так что вот эти автоапгрейды как раз-таки это панацея от этих моментов, что у вас деньги всегда будут аккумулироваться, и ваши труды просто зря тратятся, не будут от слова совсем, потому что ваши партнеры будут переходить дальше, дальше и приносить вам все больше и больше прибыли. А благодаря этому ваши партнеры дойдут до конца маркетинга в любом случае и принесут вам большую прибыль. И партнеры ваших партнеров дойдут до конца маркетинга, и в итоге, ребят, заработает вся ваша команда. Автоапгрейд – это автопереход на более высокие площадки, а это более высокие доходы для вас и вашей команды. Жень, следующий слайд можно? Теперь такая уникальная вещь, ребят, как она работает. Покупка площадок за 50%. А как это? Мы добавляем? Да нет, ребят, мы не добавляем, просто на самом деле система, можно сказать, не может сказать, а правильно сказать, она интеллектуальная и работает таким образом. К примеру, вы купили 2 площадки. Далее пригласили Алису также на 2 площадки. И вы заработали 100 трон с 1-й площадки, потому что у вас 2-я площадка куплена. Первый у вас уже автоапгрейд не удерживает в системе деньги, поскольку у вас 2-я куплена, вы сразу же зарабатываете 100% с 1-го человека, сразу же с 1-й площадки. Поэтому сразу же покупайте несколько площадок. Так, дальше. И заработали 100 трон с 1-й площадки. Прибыль со 2-й площадки удержала система для автоапгрейда, ребят. И купить 3-ю площадку вы можете самостоятельно. То есть вы можете пригласить на 2-ю площадку еще 1 человека, и у вас система автоматически переведет на 3-ю площадку, и дальше вы начинаете также зарабатывать со 2-й уже площадки, поскольку у вас 3-я куплена. То есть вы можете пригласить 2-го. Но также вы можете купить 3-ю площадку самостоятельно. И в этом случае система с вас возьмет только 50% от стоимости 3-й площадки, поскольку половина стоимости у вас уже зарезервирована в системе. Она у вас зарезервирована, потому что под нас пришла Алиса. Система зарезервировала их. И когда мы покупаем самостоятельно, она добавляет деньги от Алисы, и у нас выходит стоимость ровно половина, 50%. Ребят, знаете, на самом деле это очень круто. Объясню почему.
Есть у нас такой сценарий. К примеру, я зашел на две площадки, под меня встала Алиса. Алиса оказалась активная, и она пригласила тоже человека на две площадки. И я вижу, что под Алисой стоит человек. И я четко понимаю и осознаю, что если она пригласит второго человека, то что произойдет? Алиса меня обгонит. Алиса меня обгонит и не спросит, хочу ли я переходить или нет. Система ее переведет автоматически. И здесь тогда играет такой принцип. Нужно проплатить более высокую площадку, чтобы не произошло обгона. Я беру и проплачиваю. Но вот только следующая площадка у меня уже будет стоить не 100%, а 50%. А представьте, если это не вторая площадка, не третья площадка, а площадка пятая, седьмая, десятая, то это не 6400 тысяч трон, а 3200 трон. То это не 12800 трон, а 6400 трон. То есть это очень круто, это очень приятно, когда ты уже четко понимаешь, что ты можешь не только сэкономить, но и не упустить от себя прибыль, то есть чтобы тебя не обогнали. В итоге мы рекомендуем не ждать и покупать следующую площадку самостоятельно, чтобы вас не обогнал нижестоящий партнер. Первая интеллектуальная система, ребят, при помощи которой покупки следующей площадки будет стоить всего 50% от стоимости. Жень, можно следующий слайд, пожалуйста? Угу. Отлично. Теперь это 15 линий вниз, 100% с партнера. Да, ребят, вот так вот. Давайте разбирать, как это работает. Предположим, здесь, как мы видим, что мы зашли на 7 площадок, ребят. Пригласили сначала Софью, Дениса и так далее. То есть вот в глубину у нас на первой площадке видно, что мы определенное количество людей пригласили, то есть у нас выстроилась глубина. Но разница лишь в том, что каждый зашел на разные площадки. Софья, к примеру, зашла у нас на 5 площадок сначала. Денис у нас зашел на 4 и так далее. Нижестоящий у нас в глубине 1, 2, 3, 4, 5. В пятой линии снизу Тимофей стоит, ребят. И вот давайте разбираться теперь. У нас есть глубина определенная. И что, как работает низ, который передает деньги наверх. А так, Тимофей пригласил первого партнера. Далее пригласил он второго партнера Алиса. И поскольку у нас есть автоапгрейды, то система автоматически переводит его на вторую площадку, потому что у него есть необходимое количество денег для того, чтобы перейти на следующую площадку. Она его автоматически берет и перекидывает на вторую. Тимофей переходит к вышестоящему своему спонсору Николаю. У Николая он тоже становится вторым человеком, и у Николая срабатывает автоапгрейд. И далее сработала, ребят, цепная реакция. И получилась такая картина, что цепная реакция сработала у нас до пятой площадки. Так, цепная реакция у нас сработала до пятой площадки, и мы получили выплату аж шестой площадки 3200 трон. То есть, по факту, к нам стала Алиса, купив первую площадку за 100 трон, зацепив цепную реакцию выплат. И к нам пришла выплата с шестой площадки 3200 трон. Ребят, это первый маркетинг, дающий возможность дохода с 15 линий вниз 100% с глубины. Ребят, это первый такой маркетинг, где реально работает глубина. И причем мы получили не 100 трон, а 3200. К нам человек зашел на 100 трон, а в кошелек упало 3200, в 32 раза больше. Круто. А если, ребят, у нас будет куплено больше площадок? Здесь изображено только 7 площадок. Но если у вас будет 15 площадок, то и глубина будет намного больше. Откуда будут приходить выплаты? До 15 линий вниз 100% с партнера. Соответственно, доход будет чаще и больше. И из этого вытекает, чем больше у вас площадок активировано, тем больше доход вы будете получать именно с глубины. И причем будет в итоге доходить до вас больше. Ребят, пожалуйста, дайте комментариев несколько по поводу 15 линий вниз 100% партнера. Нравится ли вам такая система? Жень, можно следующий слайд? Так. Угу. Сейчас Женя перелистнет. Илья, смотри, просто у нас слайды листаются, так как мы через YouTube проводим, 20-секундная задержка должна быть, потому что ты говоришь мне перелистнуть слайд, если я его перелистываю, то люди слышат еще предыдущую информацию, понимаешь? То все есть, понял. После того, как ты говоришь, я буду через 20 секунд где-то перелистывать. Угу. Все, ожидаем тогда перелистывания.
Теперь, ребят, коснемся обгона и переливов. Да, ребят, переливы здесь есть, и причем, если перелив произошел, то потом реинвесты от этого человека, то есть это реинвест, это постоянный доход. Пригласил человек 100 людей, то 33 человека перейдет к вам. То есть если перелив к вам перешел, то вы с него потом реинвесты все заберете, то есть постоянный стабильный доход. Это очень круто. Давайте разбираться, как работает обгон и переливы. Под вас зашла на первую площадку Мария. Видим, да? Вот, на первую площадку Мария. Зашел более активный Мария. Мария оказалась более активной партнер. И пригласила она под себя Виктора. Виктор, далее под Виктора встали два партнера. P1 и P2 видим. Мария, Виктор и под Виктором еще два партнера. P1 и P2. Точнее, Виктор у нас более активный. Далее. У Виктора сработал автоапгрейд, поскольку под ним два партнера, и он перешел на вторую площадку, обогнав Марию. Он обогнал Марию. И чтобы Марии вернуть своего партнера Виктора, она должна проплатиться на одну площадку более высокую, чем открыта у Виктора. То есть она должна перейти на третью площадку. Мария проплачивает третью площадку. Естественно, она также попадает под нас, нам приносит деньги. И проплачивает она третью еще площадку. И далее, когда Виктор уже переходит на третью площадку, он возвращается к своему спонсору, ребят. То есть он опять встает под Марию. Это очень важный момент. Это значит, что здесь есть такой момент, как реферальная привязка. Реферальная привязка – это тогда, когда за вами закрепляется ваш партнер навсегда. То есть команда ваша не рассыпется. Да, Виктор обогнал Марию. Он стал под нас, и теперь на второй площадке те люди, которые будут вставать, и когда будет происходить реинвестор, реинвесты будем получать мы. Поэтому, ребят, всегда будьте впереди своих нижестоящих спонсоров, партнеров. Всегда идите с опережением. Только встал под вами человек, сразу же бегите на более высокую площадку. А чтобы легче спать, лучше берите и сразу же проплачивайте более высокую площадку, чтобы не париться, чтобы вас кто-то обогнал. Вот. Таким образом, благодаря реферальной привязке ваша команда будет с вами всегда. И для нас, давайте вот еще один момент разберем. Также здесь присутствуют переливы, как я сказал, для нас переливом будет являться Виктор, который обогнал своего спонсора Марию. И мы с Виктором получили моментальную выплату. Дальше, чтобы не происходило обгона и у вас не было упущенной выгоды, мы рекомендуем заходить сразу же на несколько площадок. Также следующий слайд можно. Ребят, я считаю, это очень уникально, потому что тут есть одновременно переливы, а и одновременно партнеры закрепляются за вами. Очень обалденно. Круто. Дальше. Доход в проекте Next. Какой же здесь он может быть? Это тоже важный момент. Теперь мы пришли к общей концепции, мы пришли к общему пониманию, что здесь у нас работает автоматизация. Автоматизация – это когда человек автоматически переходит на следующую площадку, то есть система не спрашивает, она его переводит. Ваши труды всегда вознаграждены. Тут работают автореинвесты, то есть короткие реинвесты, не с 50-го человека, не с 10-го, с 3-го человека, он заново покупает под вами площадку. То есть автоматически каждое его действие будет аккумулировать деньги. Аккумулировать деньги, они будут распределяться в системе, и все будут с деньгами. Обалденно, очень здорово. То есть это вот автоматизация. Итак, благодаря полной автоматизации маркетинга, реферальной привязки, автоматических реинвестов, интеллектуальных автоапгрейдов стал возможный обоснованный пассив. Почему пассив? Все просто. Давайте разберем такую ситуацию. Я воспользовался инструментами, которые вы дальше увидите. Или просто начал действовать, работать. Не суть важно. Я не хочу ждать. Я хочу денег. Я хочу больших денег. Я не хочу ждать, знаете, каких-то непонятных вещей. Говорит, дай мне человека, дай мне перелива. Окей, ребят, дали мне 3 человек. Скажите мне кто-нибудь, эти 3 человека решат мою проблему, свозят мою семью в отпуск, купят мне квартиру, купят ли мне машину. Смогут ли это сделать переливы? Нет, не смогут. Это все мифическая вещь, не побоюсь этого слова, для лентяев. Многие люди, которые не получается что-то делать, они тоже хотят переливов. Но для этого будет ниже слайд, который вы поймете, насколько он упрощает таких людей задачу. Они хотят, но не получается. С нами все получится. Так вот, то есть, когда вы
разберетесь в этом маркетинге, надеюсь, вы все разобрались, воспользуйтесь инструментами и не будете ждать, то здесь полная автоматизация даст вам этот пассивный доход, потому что здесь деньги будут моментально аккумулироваться и поступать от вашей команды к вам. Вот это очень круто. И поработав единожды, вы просто-напросто потом будете получать деньги на автомате. У нас уже достаточно людей, которые получают деньги на автомате ежедневно. Кто-то получает там несколько тысяч рублей, кто-то несколько сотен долларов, кто-то получает там больше тысячи долларов. Да, уже на полном автомате не парится. Но они на этом не останавливаются, они работают, ребята молодцы, они строят команду, потому что их цель, там, я знаю, некоторых людей тысяча долларов и больше в день на полном автомате, чтобы не заморачиваться. И этот маркетинг без уговоров людей, без ничего, он именно работает, он под это и заточен. Он заточен на то, чтобы вам давать деньги и большие деньги. Далее мы покажем вам, что вам дадим для построения команды и высокого дохода. На этом этапе я вам передаю слово, точнее не вам передаю, Жене передаю слово. Жень, бери слово после того, когда ты расскажешь, что это, как это, дашь мне, я за финалю все. Также, Женя, я выключаю микрофон. Выключаю камеру. Так, я на связи. Друзья. Микрофон выключу. Давайте еще раз проверим обратную связь. Все поставьте десяточки, если вы еще не заснули. Все живы. А слайд переключить не забудь потом. Да, я прямо сейчас переключу. Так. Так, Владимир пишет, Евгения, понимаю, лучше отговориться. Нет, Владимир, смотрите, кому-то удобно видео смотреть на весь экран, да, кому-то удобно смотреть не на весь экран, да, кто-то чат читает, да, то есть вы можете сами у себя, вот у вас же есть вверху такой ползуночек. Если вам хочется видео на весь экран сделать, сделайте на весь экран. Что касается оформления, как бы, ну, сделаем в следующий раз специально для вас, можете скинуть нам специальную какую-то картинку, которая вам больше всего нравится. Возможно, мы сделаем такой функционал, который поможет вам самим лично менять фон заднего, так скажем, оформления, чтобы было приятно смотреть. Вот, давайте перейдем непосредственно к моей части презентации. Я буду рассказывать о тех инструментах, которые помогут вам автоматизировать большинство процессов в вашем бизнесе. Сразу говорю, большинство процессов, потому что в любом случае нужно работать, но вам не нужно будет постоянно общаться с клиентами, вам не нужно будет кого-то уговаривать, да, как это обычно бывает, вам не надо будет делать много вот этой вот рутинной работы, которую особенно не любят новички, да, какие-то продажи там настраивать, еще что-то, да, то есть за вас это все будет делать наша система, да, которую мы для вас создали. Так, сейчас я отключу быстренько Telegram. Вот, что хочу еще сказать, друзья, я просто занимаюсь партнерскими программами уже 10 лет, да, то есть с 2010 года, и я не видел, то есть то, что вы видели сейчас в Nex, да, вот маркетинг Nex, представьте, что это партнерская программа, которая дает вам с каждой продажи 100% комиссионных, да, то есть таких продуктов вы навряд ли найдете. Но помимо того, что вы покупаете себе, грубо говоря, уже готовый бизнес на блокчейне, то есть за вас уже люди вложили деньги, сделали сайт, сделали реферальную систему, сделали все материалы, создали презентации. Помимо всех этих вещей, вот за эти копеечные, так скажем, вложения в бизнес, да, потому что ну, нельзя назвать это вложениями в бизнес, потому что, по сути, вложения в бизнес, да, это бывает сотни, а то и миллионы рублей, да, когда вы вкладываете. Вот мы даем вам еще готовые инструменты. Эти инструменты, они стоят денег. Эти инструменты от нашей компании Freedom Technology, мы занимаемся разработкой уже 5 лет, в том числе и сервис Webcaster, это один из наших сервисов, который вы получаете в рамках маркетинга Next. Каждый из этих инструментов, он имеет свой определенный функционал. Например, тот же самый сервис Solus Page – это конструктор сайтов, который поможет вам очень быстро создавать либо копировать лендинги и отдавать их вашей структуре, то есть вашим партнерам, которым достаточно будет просто поменять в этом лендинге свои реферальные ссылки, точнее ваши реферальные ссылки на свои, и все, и в принципе можно уже запускать трафик. То есть
Сервис Solus Page решает основную проблему. Большинство новичков не знают, как создавать сайты, они не знают, как это все кодируется, создаются видео и так далее. Да? То есть на это нет времени. А деньги нужно зарабатывать как можно быстрее. Поэтому вот Solus Page – это вот универсальный инструмент, который поможет вам буквально там за 15-20 минут настроить свою собственную воронку продаж, начать собирать подписчиков. И эти подписчики – это те люди, которые уже заинтересованы в продукте. Понимаете, человек не будет подписываться на вашу рассылку, если ему не интересен продукт. Вот, то есть это ваши потенциальные клиенты. Я вам чуть позже покажу выплаты, да, которые люди получают, покажу конверсии, которые происходят. То есть когда вы работаете через воронки, конверсии в оплату могут достигать 80%. Когда вы работаете без воронок, просто рекламируете партнерскую ссылку, конверсии, как правило, не превышают 5-10%. Опять же, все зависит от лендинга, который есть у компании. Но есть один большой минус, то что вы, рекламируя партнерскую ссылку, вы не собираете свою собственную базу подписчиков. И вот как раз следующий сервис, который вам будет также доступен, это сервис SpoonPay. Это сервис, по сути, e-mail рассылок, который помогает коммуницировать вам с вашей аудиторией. И благодаря этому сервису, то есть за счет чего я зарабатываю большие деньги, то есть, ну, если брать лично меня, я зарабатываю более 1 миллиона рублей каждый месяц на партнерских программах. Зарабатываю я лишь только потому, что у меня есть база подписчиков, у меня есть, соответственно, я могу уведомить людей о каком-то появлении какого-то нового продукта, соответственно, тем, кому он интересен, они его покупают. Соответственно, вот сервис SpoonPay, он как раз для вас и, точнее, для этого и существует, чтобы вы общались с вашими подписчиками, напоминали им о вебинарах, продавали им какие-то интересные продукты, может быть, вы сами там что-то создадите, можете продать. То есть этот сервис, по сути, ваш золотой актив, то есть ваша основа вашего бизнеса, так скажем, да, то есть общение с подписчиками. В этом сервисе можно не только вести рассылки, там есть и биржа рекламы непосредственно, да, можно продавать свои информационные продукты, но мы его будем изучать уже позже в наших видеоуроках, которые вы увидите на платформе Argus. Вот, следующий сервис, с которым я хочу вас познакомить, это сервис SMM Spider. Это на самом деле не просто инструмент для рассылки писем в социальной сети ВКонтакте, но здесь также встроена биржа рекламы. То есть для новичков очень важно найти первых своих подписчиков, первых своих клиентов. Да? И вот в SMM Spider вы можете сразу найти людей, у которых есть базы подписчиков ВКонтакте, и можете заказать у них рекламу и получить уже сразу первых подписчиков, первых клиентов, которые оплачивают ваши продукты. Вот, соответственно, как правильно составлять письма, мы вас тоже обучим. В общем, вот такой интересный сервис. На нем также можно делать лендинги для социальной сети ВКонтакте. И собирать подписчиков, там также есть автосерия писем. То есть, по сути, то, что мы вам сейчас предлагаем, это поставить бизнес на автомат. Мы и так уже создали для вас бизнес на блокчейне, где вы получаете деньги моментально на кошелек, как только делаете первую продажу. И потом это может идти до бесконечности. И, соответственно, мы даем еще вам инструменты, которые помогут вам сделать это более легко и быстро. Причем за минимальные деньги, так скажем. За инструменты вам платить ничего не нужно. То есть вы просто оплачиваете маркетинг, а инструменты, которые здесь вы видите, вы получаете абсолютно бесплатно, хотя они стоят денег. Итак, следующий инструмент – это вебкастер. Это та комната, где мы сейчас с вами находимся. Вообще в этой комнате можно не только проводить презентации, да, после каждой презентации можно создать автовебинар. То есть, по сути, то, что мы сейчас с вами встретились, то, что мы сейчас с вами провели какую-то презентацию, так скажем, да, что-то, возможно, продавали, то есть мы можем через 5 минут упаковать это в автовебинар, и он будет работать за нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть говорить новым людям одну и ту же информацию, которую мы в этот автовебинар вставили, показывать те ссылки, которые нам нужны и так далее. То есть пока вы спите, ваш бизнес работает и приносит прибыль. Самая главная ваша задача – это настроить трафик. То есть, как я и сказал, сама система, она, да, она автоматизирована на 99%, но все, чему вам нужно научиться, это трафику. Этому мы вас тоже обучаем. Помимо того, что вебкастер может помогать вам проводить вебинары, трансляции и автовебинары, в нем есть очень много интересных фишек, когда вы можете также коммуницировать с аудиторией. Вы можете на вебкастере настраивать воронки продаж, полноценные автовебинарные воронки продаж, работать с аудиторией. То есть вся аудитория, которая приходит на ваши вебинары, она
также собирается в базу подписчиков. В общем, все эти фишки я не буду сейчас рассказывать. В любом случае, мы встретимся еще с вами на обучении. Я покажу, как все это работает, как вы можете все это передать вашей команде для того, чтобы она вас дублицировала. И, в принципе, все. То есть вам теперь не нужно уговаривать кого-то прийти в ваш бизнес. Я этого не делаю уже, ну, как 8 лет, да. Как только научился создавать воронки продаж, все, я перестал кого-то там уговаривать. Со мной работают только заинтересованные люди. Так, ну, наверное, пора показать чеки, да, какие можно зарабатывать. Так, это следующий слайд. Это уже не мой слайд. Давайте я покажу чеки. Если вы готовы, поставьте пятерочки, дайте обратную связь. А вообще напишите, как вам, круто или не круто, то, что мы даем вам не только бизнес, да, но и инструменты, которые помогут вам этот бизнес продвигать. Просто то, что я видел в интернете, да, в интернете очень много разных матричных проектов. Есть проекты, которые созданы на смарт-контрактах, да, но они, по сути, все пустые, потому что человек покупает просто пустое место. Здесь же вы покупаете полноценный бизнес со всеми, так скажем, инструментами, которые для этого нужны, для его развития. То есть, по сути, это готовая франшиза, которую вы можете развивать и получать все 100% прибыли от ваших действий. Не будете работать, не будете, соответственно, получать. Но если вы поработаете, создадите команду, то, поверьте мне, ваша команда будет вам благодарна, то, что они за те же самые там 100 трон, да, вот первый тариф стоит 100 трон, вы получаете сервис SolusPage VIP-тариф, который стоит более 1000 рублей. То есть 5 раз экономия, то есть вы сервис получаете бесплатно на 3 месяца, а он стоит денег на самом деле. Сервис SpoonPay стоит тоже более 700 рублей. Это неограниченное количество рассылок, там много всего интересного. Да? Вы, по сути, экономите 2100 рублей, то есть ваши будущие клиенты и партнеры как минимум 2000 экономят в месяц. SMM Spider также, рассылки, он платный сервис, но вы его получаете бесплатно просто за активацию своего тарифа, либо за переход на этот тариф. Сервис Webcaster стоит 1800 рублей каждый месяц, да, то есть если вы хотите проводить автовебинары. И он стоит этих денег, потому что он экономит ваше время. А самый ценный ресурс, друзья, это не деньги, это наше время, которое постоянно уходит. Каждую минуту мы стареем, да, и каждую минуту нам остается жить все меньше и меньше. И чем больше мы тратим времени на работу, тем меньше мы, по сути, и живем. И эти инструменты даны вам для того, чтобы вы по максимуму могли жить, уделять время своей семье, да, а эти инструменты будут работать за вас и приносить вам деньги. Самое главное, их правильно настроить и все, и запустить трафик. Больше вам ничего делать не нужно. Так, запись у нас будет, друзья, выложена, но, скорее всего, на следующей неделе мы проведем еще один полноценный уже вебинар, мы уберем все те косяки, которые у нас были на этом пробном вебинаре, и в следующем вебинаре мы прям выложимся по полной программе на 100%. Хотя та информация, которую вы сейчас слышите, она... Вы ее слышите впервые. И давайте продолжим. Сейчас я открою, так скажем, следующий слайд. Следующий слайд с презентацией выплаты. Да? И вы посмотрите просто на те чеки, которые можно здесь заработать. Эти чеки люди заработали за первый, кто-то за первый месяц работы, кто-то там за один день. Да? Мы сделали несколько слайдов, да, то есть я не стал там их. Эти выплаты, их очень много на самом деле, да, но самые интересные я вам сейчас покажу. То есть это те цифры, к которым вы можете прийти, если будете, соответственно, действовать. Если вы будете сидеть на попе ровно, то никто вам эти деньги не принесет, чтобы вы понимали. Итак, здесь вы видите, заработано 802 700 трон. Это один биткоин. Биткоин сейчас стоит, кстати, 23 тысячи долларов. Вот сейчас, в данный момент, даже уже больше. В долларах это 21 тысяча долларов. То есть это более миллиона рублей. Хотели бы вы такие деньги зарабатывать? Напишите «да». Идем на следующий слайд. Вот эта цифра 197 тысяч рублей. Да, мы перевели еще на тот курс, который был. То есть 102 тысячи трон, 102 400 трон было заработано за один день. То есть это 197 тысяч рублей. Представьте просто, вы просыпаетесь с утра, завариваете себе кофе где-нибудь на Бали, да, а вам просто приходит 197 тысяч рублей на ваш счет, и вы к этому относитесь просто как к должному. Так и должно быть на самом деле. Вот, потому что, ну,
я не буду сейчас вам свои все счета показывать, да, но я уже привык к тому, что мне каждый день, даже пока я сплю, приходят деньги. Да, то есть я эти доходы уже настроил, я знаю, как это работает. И те инструменты, которые я вам сегодня показывал, я разрабатывал прежде всего для своего бизнеса, да, и для тех людей, которые хотят зарабатывать в интернете. То есть это была когда-то моя цель, а сейчас она уже реализована. Вот, представьте, 197 тысяч за один день. Можно зарабатывать на самом деле и больше. Третий слайд, пожалуйста, 501 тысяча трон. Это в долларах 12 тысяч долларов. 12 тысяч долларов – это чуть меньше миллиона рублей, но тем не менее, да, даже если бы это было 1000 долларов в день, да, это было бы уже круто. Вот. Ну и еще вот чеки, да, просто мы делали фотографии с кабинетов, нам прислали ребята, 17 900 долларов. То есть, понимаете, с чего вы можете начать? Каких-то 200, там сколько-то, 20 рублей, на которые сейчас даже чашечку кофе вы не можете купить. Вы получаете готовый бизнес. Если у вас горят глаза и есть желание, вы эти 200 рублей можете превратить в 200 тысяч рублей каждый месяц. Самое главное – это ваше желание и наши инструменты, которые мы вам даем. Вот. Друзья, если вам нравится эта информация, ставьте десяточки, либо пишите «круто». И я хочу передать слово уже следующему спикеру, потому что я надеюсь, что я вас зажег. Я бы хотел, конечно, вам историю свою немножко рассказать, да, потому что 10 лет назад я был в такой полной заднице. Да, когда я пришел в интернет, у меня не было денег абсолютно. Я должен был 1,5 миллиона рублей. И вот как раз те инструменты, о которых я сегодня рассказывал, воронки продаж и так далее, я всему этому обучался, за все это отдавал кучу денег. Да, то есть раньше не было тех инструментов 10 лет назад, которые есть сейчас для бизнеса. Не было автовебинаров, не было, по сути, сервисов для создания сайтов быстрых. Да? То есть нужно было там разбираться в коде, нужно было сидеть там ночами. Действительно, я сидел, короче, по 24 часа в сутки бывало, да, то есть не спал, и создавал эти воронки продаж. Но что мне это дало? Через год я уже начал путешествовать. В 2013 году я улетел на остров Бали, прожил там целый год, потом вернулся на пару месяцев в Россию, потом опять улетел на Бали, начал путешествовать по всему миру. Да, и, понимаете, моя жизнь, вот я еду на мотоцикле, уже 3 месяца где-то на Бали прожил, раннее утро, на рисовых террасах, короче, такая прям роса блестит, встает солнце из-за пальмы, я понимаю, что я уже 3 месяца живу в другой стране, возле океана, да, и просто еду с утра посерфить на океан. И мне показалось, что это сон, потому что 3 года назад я находился в такой заднице. Я был, ну, просто, у меня есть даже где-то видео, в каком доме я жил. Это была полуразвалившаяся, так скажем, изба, у меня не было денег, но я все изменил. И вы можете изменить свою жизнь сегодня, просто действуя, начать действовать надо. Все, Илья, я передаю. Смотри, сейчас я, да, возьму еще, а потом Николай, потому что мне нужно зафиналить. Хорошо, я выключаюсь, давайте. Да. Так. Так, ребят, всех дальше приветствую. Я продолжу, потом передам нашему третьему спикеру слово. Это Николаю Котину. Он с нами находится уже больше года. И также на следующем вебинаре к нам будут подключаться другие спикеры, чтобы вы знакомились с нашим составом. Вы можете также на следующих вебинарах, более активные люди, присутствовать. Все зависит только от вас и от вашего желания. Но хочу еще внести такую лепту. Вы должны понимать, что нужно все равно действие. Вот эти все инструменты – это та вещь, которая, как Женя сказал, это золотые слова, экономит ваше время. Запомните, время – это самый ценный ресурс. Оно не восстанавливается. Оно прошло, вы про него забыли. Вопрос, как оно прошло? С семьей или вы просто пахали. Но изначально, чтобы перейти на тот доход, который люди сейчас получают, они пахали. Поэтому вы должны это понимать. И еще следующий момент. Вы должны понимать еще один главный момент, что более большие деньги, ну вот знаете, скажем так, вы зашли на 100 трон, я зашел на 5600 трон. У кого больше вероятность получить более большие деньги, более быстро. Так, видео на весь экран. Слушай, видео на весь экран. Жень, включи, пожалуйста, я это не вижу. Что-то Остап попросил. Так,
Смотрите, вот у кого вероятность, это еще смоделируем ситуацию. Один человек зашел, давайте вот так, тариф на 6400 трон, а один на 100 трон. У кого более большая вероятность достичь доход 100 тысяч трон в месяц? У кого более быстрая вероятность? Пожалуйста, ответьте, напишите, я дождусь, и мы перейдем к следующему слайду. Я заранее вам скажу, что вероятность у того, кто сможет людей заводить на более высокие чеки и собирать доход. А чтобы заводить на более высокие чеки, у вас у самих должна быть куплена площадка, которая бы давала вам эти чеки. Поэтому естественно и логично, что тот человек, который зайдет сразу же на более серьезный кэш, он сразу же автоматически, у него будет возможность зарабатывать более большие чеки, потому что он будет людей приглашать не на 100 трон, а на 6400 трон, и сразу же эти деньги вложить в карман себе, ребят. Это важно. Ну, зачем кому-то отдавать, если мы можем? У нас есть дети, семьи. Кто-то просто хочет потусить. Поэтому, конечно же, ребят, не забываем этот момент. Поэтому всегда начинайте по возможностям. Я не говорю, что вытаскивайте, но начинайте по возможностям. Если есть возможность зайти на более серьезный кэш, ребят, заходите, не раздумывая, поскольку у вас тогда возможности более широкие. Знаете, вот такое моделирование ситуации. У меня 100 трон. Я разговариваю с человеком и говорю: слушай, братан, вот на 100 трон достаточно, разовьешься, окей. А он двоих пригласил, улетел, меня обогнал. То есть автоматически. Поэтому, ребят, всегда имейте это в виду. Или я рядом стою, вы приглашаете на 100 трон, я говорю: слушай, хочешь более большие деньги, более быстро? Да, маркетинг крутой. Можешь начать 100 трон, но можешь начать. У тебя есть люди, да, сколько они готовы потратить? Ну, 1010 рублей. Хорошо, значит, заходи на этот тариф, их приглашай на тот же тариф, поскольку они тебе сразу же эти деньги с первого человека вернутся, и ты их окупишь. Вот, ребят. Так, все, ребят, Жень, включай следующий слайд. Так что понятно, ребят, заходите на максимальные чеки для того, чтобы продавать эти чеки, и у вас были уже более серьезные деньги от продаж более серьезного кэша. Так, сейчас включим предпоследний вот слайд следующий. Так, теперь, ребят, если вы думаете, что это все конец, ребят, да, мы презентовали маркетинг, мы непосредственно вам показали инструмент, ребят, то это не так, это не конец, а мы вам показываем roadmap, то есть план развития компании Argus. Давайте разбираться, что это такое. В первую очередь, мы готовы сопровождать вас в течение многих лет. Работа, лет работы, открывая вам новые возможности, создавая для вас новые высокоэффективные инструменты и высокоприбыльные проекты, ребят, премиум-класса. На данном слайде вы можете ознакомиться с планом развития платформы Argus. Давайте разбираться. Next Plus блокчейн-проект является дополнением к проекту Next с инновационным маркетингом на смарт-контракте Tron, ребят. Это очень круто и это очень важный элемент. То есть, когда Next Plus появится, мало того, он привлечет новую аудиторию, и вся ваша аудитория, которая будет у вас в основном Next, она также активируется и принесет вам также дополнительные деньги. Но важен другой момент, то что первый Next, он испытает еще больше финансового притока от новых клиентов, которые придут в Next Plus, потому что вход сразу же будет един, туда и туда заходить. Справа Win, первая беспроигрышная лотерея на смарт-контракте, победителем сможет быть каждый. На самом деле она называлась сначала Defilot, мы переиграли, поскольку у нас там кое-какие ребята отвалились. Но суть в том, что на самом деле она беспроигрышная. Она устроена на базе децентрализованных финансов, на базе DeFi. Это очень круто. И она дает возможность, абсолютно не проигрывая ни одному человеку, забирать выигрыши в долларах. Более подробно мы к ней вернемся и ее осветим, скажем так. Социум. Первый блокчейн-проект, который будет реализован из предпочтений сообщества Argus. Что это такое? То есть мы создадим, скажем так, на вроде какого-то чек-листа, или произведем опрос, где вы выскажете свое мнение по поводу своих желаний, что бы вы хотели видеть в будущем проекте. И самые популярные решения попадут в этот проект и будут выложены на определенном блокчейне. Тоже мы выложим определенный блокчейн, на котором это будем делать. Но решения, которые будут там, маркетинги в этом
абсолютно будут только из ваших пожеланий, ребят. Поэтому это тоже очень круто. То есть вы не просто здесь строите бизнес, вы являете какими-то владельцами, наверное. Я бы сказал так, потому что вы влияете на процесс. А кто влияет на процесс, тот и владелец, ребят. Это круто. Project X. Не могу сказать много об этом, потому что у нас уговор. У нас уговор, чтобы не перехватили инициативу. Вот. Там, конечно, тоже взрывчатка, бомба. Project X – блокчейн-проект, реализованный на новом перспективном блокчейне. Это такс, инновационный маркетинг, ребята. Очень интересно. Лендинг – ваш личный одностраничный сайт с необходимой информацией для продвижения вас и вашей команды. То есть, видите, это везде все в процессе. У нас идут разработки параллельно некоторых моментов. То есть у вас будет просто одностраничник. Он будет построен на инструменте SourcePage. Очень крутой. С вашей реферальной ссылки. Вы будете забирать его в личном кабинете. И люди, пройдя по нему, просто-напросто, если захотят активироваться, они попадут сразу же под вас. Argos Game. Новое направление на платформе Argos позволит вам зарабатывать, играя в буквальном смысле этого слова. Ребята, это тоже так, потому что сейчас игры занимают очень серьезное место вообще в мире. Оно, по-моему, по деньгам, по объему обошло фильмы, киноиндустрию, если мне память не изменяет. Ну, на самом деле круто. А все мы играем в условиях пандемии, это в особенности. Но фишка в том, что сейчас можно это все делать на блокчейне. Почему нет? У нас уже есть две разработки. Одна уже сейчас полностью реализована. Просто ждет своего момента. Более подробную информацию мы, конечно, выложим. Выложим, мы сделаем презентацию хорошую, покажем, но это позже, потому что сейчас очень много нужно сделать для того, чтобы дойти до этого. CRM-система. Управление взаимоотношениями между партнерами для улучшения бизнес-процессов. Ребят, ну, тут все сказано. На самом деле инструменты от Freedom Technology – это определенная CRM-система. Но также в Argos есть тоже свои разработки, они уже готовы, частично готовы, что-то готово полностью абсолютно. Но решение принято было в пользу наших договоренностей, которыми я очень сильно рад, по интеграции сервисов. Потому что все-таки это решение, думаю, правильно было, чтобы люди приходили и зарабатывать могли сразу же. Конечно, это не значит, что вам не нужно обучаться. Нет, потому что большие чеки приходят на человека. И с большими чеками, с большими людьми, которые хотят зарабатывать сразу же много, они не хотят зарабатывать статру. Они хотят зарабатывать сразу же со 100 тысяч штрум, потому что у них есть такие люди, которые зайдут. С ними нужно уже беседовать. А беседовать – это значит быть уверенным в себе, в своем проекте, это все знать. По этой причине никто не отменял того, что все-таки нужно еще и уметь общаться, ребят, тоже это не забывайте. Вот, и CRM-система управления взаимоотношениями с партнерами, она внесет такой вклад, что когда у вас построена команда, она дает возможность правильно регулировать эти взаимоотношения, то есть на всех уровнях. Допустим, возьмем чат, который у нас там есть, сравним с Телеграмом, и у вас есть разные площадки. На разных площадках у вас свои бонусы, даже свое обучение. К примеру, кто-то зашел на 10-ю площадку, вы ему даете какое-то индивидуальное продвинутое обучение, за которое вы заплатили. Естественно, оно стоит денег, значит, эти деньги должны окупаться. Значит, вы должны давать где-то на каком-то определенном уровне. Значит, человек должен туда зайти, принести эти деньги. Окей. Как вы это сделаете в Telegram-чате? Уведомите определенное количество людей о каких-то бонусах, о каких-то фишках, о каком-то отдельном обучении. Ну, по сути, вам нужно создавать разные чаты. То есть это головняк. То в нашем чате же будет такая фишка, что вы сможете одновременно рассылать по определенным группам, к примеру, по тем людям, которые находятся на первой площадке, на второй, на третьей определенные сообщения. То есть он будет фильтровать, распределять, кому что нужно. Там настройка будет выставляться. Сообщение бам, оно не всем улетело, а только указанному пласту партнеров. Круто. Такой функции, ну, я точно знаю, ни у кого нет. Argos токен. Ребят, ну, Argos токен – это токен, построенный на блокчейне. Пока мы не будем говорить на каком, потому что у нас в планах было на эфириуме. Но появилась более перспективная монета, отличная монета, которая нам сейчас сильно импонирует, которая решает наши поставленные задачи, которые стоят перед ним, которые перед нами, которые мы хотим выложить в монете, чтобы она
несла вам пользу именно тот блокчейн, на который мы сейчас переключились. Пока я раскрыть это не могу, поскольку сейчас программистов в этой сфере не так много, и мы решаем эти вопросы, пополняем свои штаты, и наши ребята тоже этому обучаются. Вот. Но еще важный момент, что это не будет токен, знаете, такого формата P2P там на личной бирже, это будет на полноценной бирже, спрос будет задаваться путем цены, то есть спроса и предложения, и самое главное, что это будет, ну, на биржах, где вы сможете прям холдить, получать сотни иксов, не побоюсь этого слова сотни иксов, потому что кто примет в пресейле участие на этой монете, будет участвовать, то, ну, закуп, грубо говоря, там копейки, а продажа уже совсем другие цифры, там иксы. Так, сейчас переключусь я ниже, у меня здесь не все видно. Ага, дальше. Argus Invest. Так, ребята, вот так вот. Argus Invest. Инвестиционное направление, целью которого является извлечение прибыли путем инвестирования. Тут все понятно. А, тоже у нас на это есть возможности, есть знания. Сейчас инвестиции какие? Инвестиции построены таким образом, что человек приходит, и за счет прихода новых людей человек получает какое-то начисление. То есть приток закончился, инвестиции закончились, все скоманулось. Но сейчас есть такой сектор, как DeFi, который позволяет нам непосредственно инвестиции делать. Даже если человек один пришел, и никто не приходит, то он эти начисления получал. Потому что, еще раз сказал, есть DeFi, там определенные технологии, которые позволяют получать сверхприбыль. Это очень круто. И причем это будет все обосновано. SmartLink. SmartLink поможет вам привлечь, применять разные стратегии для построения структуры. Благодаря SmartLink зарабатывать смогут все. Ну, что такое? Давайте разбираться. Есть люди, которые хорошо играют, грубо говоря, там не на баяне, там, да, а хорошо делают красиво страницы, хорошо пишут текст. Но по каким-то своим соображениям или своему воспитанию они не любят общаться с людьми, не хотят. Вопрос. Тогда их удел собирать невысокие чеки? Думаю, нет. Так вот, SmartLink решает проблему. То есть человек этот может выполнять определенную функцию в вашей команде, вы его внести в эту функцию SmartLink, и он будет получать начисление от притока общих денег вашей команде. Более подробную информацию мы расскажем. Это крутая технология. Мы еще в процессе ее разработки, но что она появится, что она будет, мы это уже предусмотрели. Мы уже сделали определенные настройки в админской панели, которые позволят лидерам команд выстраивать доход таким образом, именно которую смогут получать даже те люди деньги, которые не пригласили вообще ни одного человека. Это очень круто. Вот. Так, Жень, пожалуйста, перелистни на следующий слайд. Надо мне все подзафиналить. Жень, ну, знаешь, наверное, такая просьба. Ребят, я сейчас включу вам демонстрацию экрана и покажу, ну, определенную вещь. Жень, нужна демонстрация экрана. Пожалуйста. Так. Скажешь, когда, то есть появится сейчас, да, я так понимаю? Ну, ты уже можешь включать демонстрацию в Zoom непосредственно. Уже там все как бы в комнате готово. Так, в Zoom, да? Так, Жень, я не могу включить. У меня ничего нету демонстрации. Так. Так, все. Начинаю демонстрацию экрана. Так, видна демонстрация, Жень? Я камеру, наверное, отключу, правильно? Да, все видно. Все видно. Камеру можешь включить. Так, камеру я отключаю. Так, ребят, сейчас демонстрация экрана вам показана. И здесь у нас такая есть фишка. Вы сейчас все видели презентацию. Но презентация тоже непростая. Она продает очень круто. Здесь показаны крутые преимущества. Да, вот, хотите, показали один слайд, а даже уже исходя из слайдов, уже продаете весь маркетинг. Очень круто. Дальше. В конце на этом не заканчивается. В конце есть такая штука, как сервисы. Тоже. И это не конец. Здесь у нас есть roadmap, где описаны крутые вещи.
И не надо забывать, что начинать работать с платформой Argos вы получаете надежного партнера на долгие годы. То есть Next, ребят, по факту это только начало. Но и здесь не все. И здесь у нас есть такая фишка. Вниз идем, у нас есть заключение с возможностью дальнейшей регистрации. К примеру, я нажал и сразу же попал в поле регистрации. И человек пришел ко мне в бизнес. То есть у нас презентация устроена по модели не просто информации, но привлечения человека и дальнейшей регистрации вашей команды и получения денег на ваш кошелек. По этой причине мы сейчас вам дадим файл. Файл в PowerPoint, где по вот такой инструкции из трех слайдов вы сможете вставить свою ссылку. Свою ссылку вы сможете взять только после того, когда вы активируетесь в проекте Next. В проекте Next вы сможете активироваться, когда вы возьмете реферальную ссылку своего партнера, который вас пригласил на эту презентацию. Вы регистрируетесь, активируетесь, получаете презентацию, берете в кабинете свою реферальную ссылку, используя инструкцию из трех слайдов, делаете презентацию продающую в свою команду, получаете эту презентацию, ребят. Жень, я сейчас отключаю экран, продублирую тебе этот файл еще раз, и ты его загрузишь, потому что то, что у нас было, это маленько не то. Хорошо? И еще, ребят, кто не сможет сделать это, будет презентация также в PDF, так сказать, для ленивых, кто не сможет или просто-напросто не захотел, где регистрация ссылка, регистрация по ссылке будет отключена, просто презентация. Ну, я думаю, разобраться не проблема, три слайда, три картиночки посмотреть и настроить эту презентацию и продавать маркетинг и вести людей в свою команду. Так, ребят, все, я демонстрацию выключаю, показал то, что хотел. Жень, так, остановить демонстрацию. Все отлично. Отпишитесь, пожалуйста, как вам презентация такого формата, круто или нет. Если вам понравилось, то Женя вам сейчас скинет эти все файлы. Основную для ленивых, которые не настраивается ссылку. И в PowerPoint с инструкцией, как настроить эту ссылку, чтобы к вам шел человек. Так. Передаю, вы пока отпишитесь, а по вашим запросам мы скинем вам. Смотри, я уже ссылку дал, вот она находится под видео. Вот, это ссылочка на папку. Ты последний взял файл, который я тебе скинул? Да, последний. Все, потому что то, что тут у нас загружено, это не то. Да, сейчас я посмотрю, последний или нет, потому что то, что ты меня скидывал перед вебинаром, я туда и загрузил. Именно вот последний. Там без моей бери. Сейчас, секундочку, ребят, я сейчас посмотрю, что Евгению скинул. Да, вот последние две. Все правильно. Вот, да. Инструкция, презентация по PTX и презентация для ленивых. Правильно? Да. Все отлично. Так, ребят, все, мы передаем слово еще одному нашему замечательному спикеру. Вот. Это Николай Акутин. Все, я отключаю микрофон. Так, друзья, всем привет. Спасибо, Илья, за представление. Меня зовут Николай Акутин. Кто меня не знает, я развиваюсь в проекте Argos уже практически год, как Илья сказал. На самом деле, я до сих пор сейчас нахожусь на Бали, как Евгений рассказывал, да, он очень интересно рассказал про Бали, и действительно это возможно, он так классно описал, скажем это, и до сих пор я в этих красках нахожусь. Поставьте восьмерки, кто тоже хоть на несколько секунд попал на этот остров в голове. Я еще там не был, но в планах у меня тоже поехать туда есть. И, кстати, это достаточно возможно с этим проектом, в котором мы сейчас с вами участвуем. Также хочу попросить вас, поставьте десяточки, если вам понравился, во-первых, маркетинг и понравились инструменты, которые вы получите для продвижения. Ведь самое главное – это не просто пустая оболочка, да, получили вы маркетинг и зарабатываете, а самое классное, что у вас есть еще и инструменты, с помощью которых вы можете реализовать свои цели и мечты. Десяточки в чат, если
все понравилось. Нолик, если я вообще ничего не понял, да, есть такие люди, я знаю. Нолик, если что я здесь делаю, я ничего не понимаю. Итак, друзья, я хотел бы немного рассказать о другом, да. Меня очень сильно удивляют люди, которые не видят бизнеса здесь, которые не понимают те самые возможности, которые здесь находятся. И на самом деле это так легко создать свой бизнес, получать каждый день доход, что те люди, которые это, скорее всего, люди не хотят это делать. То есть не хотят никак, не хотят настроить, хотя за вас в основном сделали все. В интернет приходят не от хорошей жизни. Я больше 100% уверен, что здесь не сидят миллионеры, миллиардеры, у которых там родители богатые. Также и я, также и предыдущие спикеры пробивали себе дорогу сами. Также и, скорее всего, и вы пришли сюда не из-за того, что у вас там 500 или миллион есть дохода. И сейчас бы я хотел сделать небольшое сравнение, да, произвести сравнение с обычным бизнесом. Возьмем, к примеру, магазин косметики. Вот чтобы открыть только один магазин, я думаю, каждый из вас хочет бизнес. Хочет свой именно бизнес, который будет носить постоянно, приносить доход. Если это так, просто поставьте пятерочку в чат. Это говорит о том, что вы действительно хотите зарабатывать и двигаться. Пятерку в чат, если вы хотите иметь именно свой бизнес. Предположим, магазин косметики. Чтобы его открыть, простой, маленький, небольшой, нужно где-то 1600. Это прям очень маленький магазинчик. Я погуглил, я уже смотрел, у меня были свои идеи о открытии бизнеса, и я примерно представляю, как это. Примерно. Я не знаю, как это, потому что я не захотел в это ввязываться. 600 тысяч, я думаю, нет ни у кого. И чтобы открыть бизнес, нужно взять кредит в любом случае. Это нормально. Я считаю, брать кредиты нормальные только на две вещи. Когда этот кредит тебе принесет еще больше денег, и когда ты вкладываешь знания. Машины, квартиры, техника, развлечения, если это деньги впустую. Я не считаю, что нужно брать на это кредиты. И если вам бизнес принесет деньги или знания, то, естественно, на это можно занять, взять кредит и так далее. Далее, то есть открыть где-то 600 тысяч. Это 300 тысяч закупка, 100 тысяч это оборудование закупить, да, куда будет это выкладываться. Аренда тысяч 20-40, да, зависит тоже от места, где вы находитесь. Бумаги 10-20 тысяч, возможно, больше, я в этом тоже не разбираюсь, но я знаю, что это тоже стоит денег. Открыть просто там ООО, ИП, все это хорошо оформить. Ну, на самом деле, больше, так как мы живем в России. Далее, вам нужно платить продавцам зарплату, у вас будут постоянно какие-то проверки. То есть 600 – это вообще самый минимум. И дальше постоянные каждый месяц большие траты. Доход, да, если брать, это 300 тысяч и минус зарплата, аренда и так далее. То есть очень много будут потери, кражи, и доход будет, ну, 50-60 тысяч. 50 – это более-менее, если все пойдет, да, потому что, ну, об этом чуть позже, не все бизнесы выстреливают. То есть вы будете зарабатывать 50. Окупаемость будет такого бизнеса происходить 10 месяцев, 10-12. Это при лучшем раскладе, при лучшем. Плюс, чтобы запуститься, сначала нужно подождать 3-5 месяцев. Это ремонт, это закупка, это персонал, обучение и так далее. То есть очень много всего. И вы в этом не разбираетесь вообще. Представляете, какие... Я все время не завидую, я восхищаюсь теми, кто начинает свой бизнес и до конца прет, когда прогорает и заново начинает работать. Единицы это делают. Ну, кто-то один раз прогорел и ушел. В интернете тоже люди прогорают. И я вначале, когда пришел, из-за незнания, у меня не было такого изобилия инструментов, которые сейчас есть, которые сейчас у вас будут, да, в свободном доступе. Не было таких знаний, которые сейчас есть, которые вам также будут даваться. Но в традиционном бизнесе намного тяжелее. И вклады очень нужны большие. То есть, ну, 600 – это не маленькая сумма, ни у кого ее нету сразу. И я думаю, вряд ли кто-то из вас захочет ждать
То есть 10 год мы ждем, пока выйдем в ноль. Да? Причем первые 2-3 месяца мы будем работать в ноль, даже с небольшим минусом. Плюс запуск 3-5 месяцев на запуск бизнеса. Итого где-то 1,5-2 года мы практически ничего не заработаем. Мы выходим в ноль. И лишь потом мы зарабатываем какие-то 50-60 тысяч, и потом открываем новые точки, новые-новые. Я думаю, вряд ли кто-то из вас так захочет. Кто-то, естественно, делает, кто-то развивается, но, к примеру, это не мое. Если вам это нравится, напишите девяточку, поставьте, если вы хотите таким бизнесом заниматься. И самое главное, этот бизнес прогорает 90%. 90% людей, они просто-напросто сгорают в первый год. А остальные где-то процентов 50 из этих 90, из этих 10, что остались, сгорают на следующий год, там, второй, третий год. Бизнес горит просто-напросто. Из-за этого и долги у людей остаются, то есть они берут кредиты большие, идут сознательно на такие траты. Здесь же вам, в чем самое интересное, здесь вам предлагается тоже бизнес. Тот же самый бизнес, но только вложения совсем другие. Здесь вы можете начать там 200-300 рублей. Да? Трон, он всегда меняется, цена у него. То есть вход здесь очень маленький, это раз. То есть он копеечный. Если брать вот сравнение, он действительно копеечный вход. Но за это вы, у вас не болит голова о всех проблемах, которые я перечислил до этого. Да? То есть там по персоналу, вы находитесь дома. Естественно, лучше в бизнес заходить это где-то... Ну, 10-30 тысяч. 10-30 тысяч, почему я так говорю? Потому что инструменты, которые даются здесь по максимуму, там на год, да, то есть на первую площадку вы также получаете инструменты, но там на 3 месяца, да. Жень, напиши, пожалуйста, в чат, сколько, на какую сумму вообще получают люди инструменты по максимуму. Прям в чате напиши, какая именно эта сумма. И представьте, вы получаете, ну, вот зашли там на 30 тысяч, к примеру, это я вам к примеру говорю, это не обязательно, но я советую просто заходить на более-менее сумму. Что вы получаете? Вы работаете дома. У меня рабочий день лично начинается с 2 часов. Не из-за того, что я поздно встаю, просто я просыпаюсь в 6, 6:30, сам себя воспитываю, да, чтобы чувствовать себя лучше. Отвожу ребенка в садик, еду в спортзал, занимаюсь в зале, сауна, душ, магазин, домой питаться, отдыхаю. И только в 2 часа у меня начинается рабочий день. Но это в основном все об этом знают. И если ко мне кто-то обращается, там, давай поговорим завтра в 9, у меня только в это время есть. Я говорю, нет, у меня нет времени. Это нужно в первую очередь. Когда вы занимаетесь этим бизнесом, нужно не то, что мне это, да, а нужно человеку, который к вам придет. То есть позиция сверху у вас всегда должна быть. К вам человек приходит, а не вы ищете. Вы не должны бегать и искать там, что классного в наших инструментах. У вас будет всегда позиция сверху, потому что люди будут идти к вам, а не вы бегаете и говорите, слушай, посмотри, какой у меня крутой проект. Вот когда у вас такая позиция, это круто. И когда мне назначают, ну, просят, чтобы я с ними поговорил 10 часов дня, я не могу это сделать, потому что у меня есть свои дела, и я не хочу их откладывать из-за человека, потому что это нужно ему в первую очередь. Он приходит в бизнес, который я ему показываю, да, возможности, которые он может реализовать с помощью меня, а не я с помощью него, потому что таких, как он, много на самом деле, а вы такой один. И то, что вы будете делать, применять, к вам будут приходить люди. Мне кажется, это очень круто, когда к вам будут выходить поток, а уже вы выбираете, с кем работать. Вот это самое крутое. Я не хочу со всеми работать, мне не все нравятся. Ну, я обычный человек, да, я живой человек, у меня есть эмоции. Я не хочу каждому там что-то подтирать, там, гладить по головке, нет. Я говорю, как надо, а человек уже решает сам, нужно это или нет. И вы также то же самое должны делать. Все, что нужно, у вас, в принципе, будет. И вот этот бизнес, он стоит действительно копейки. 10, 20, но опять же, я не говорю, я не беру 20, 200-300 рублей. Почему я не беру? Потому что чем дальше вы заходите, тем больше возможностей вы получаете. Тем больше вы доходы получаете. Да? То есть с 200 рублей вы получаете 200 рублей, с 30 тысяч вы получаете 30 тысяч. Изменить свою жизнь за 30 тысяч – это небольшая сумма. Хреново жить на 10 тысяч и 15 тысяч и думать, что завтра
что-то изменится. Ничего не изменится. И вы уже, ну, кто зарабатывает обычную зарплату, уже это понял. Ну, находятся люди, которые до сих пор верят, что бесплатно или за копейки они будут первые и заработают миллионы. Так тоже не бывает. Но начать можно и с малого. Дальше. Вам не нужно... Все, что может случиться, да, там чрезвычайные ситуации, вот как взять, опять же, аналогию с бизнесом произведем. Коронавирус произошел, все магазины закрылись, аренду надо платить, люди несут убытки. Здесь нет такого. Здесь коронавирус, магазины закрылись, люди сели в интернет, ищут работу, им нужны деньги. А если человек говорит, у меня нету денег, чтобы зайти в бизнес, это не из-за того, что у него нету денег, это значит, идею не продали. Значит, он не видит того, что он может в этом бизнесе заработать. Потому что это глупо, когда тебе говорят, слушай, ну, к примеру, 10 тысяч ты платишь, потом зарабатываешь. Не, я так не буду. Ты не будешь через месяц зарабатывать 100 тысяч, ты этого не хочешь? То есть люди не видят этого, значит. Они из-за того, что денег нет на самом деле. И каждый из вас это понимает. И вот здесь действительно, используя инструменты, используя знания, вы к этому дойдете. Когда вы уже в себя будете верить, вы будете понимать, действительно, почему я должен жадничать на что-то. Да, вот я на обучение также раньше жадничал, не отдавал, не платил. Сейчас я покупаю там 15-30 тысяч обучения. Мне нравится. Мне нравится, потому что я себя заставлю учиться. Потому что если мне это даром дадут, я не буду учиться. Я пролистаю и уйду. И также в бизнес, если вы зайдете тысяч на 30, да вы, я не знаю, порвете все и вся, но заработаете эти деньги. Да вы заработаете больше, когда, ну, с первого человека, представляете, вы зарабатываете не, там, не 200 рублей, не 300, а 10, 15, 20, 50 тысяч. Вход разный. Естественно, насколько вы зашли, столько вы и будете получать. Это единственный бизнес, который окупает с первого человека. Вам не надо ждать 2 года, 1,5 года. Вы можете уже в этот день окупить свой бизнес и заработать сверху. Даже если вы не знаете, где брать людей в интернете, да, к примеру, но вам все нравится, вы поняли, какой здесь маркетинг, да, то есть с первых двух вы 200% зарабатываете. Вы поняли, какой здесь маркетинг, вы понимаете, какие здесь возможности, какие инструменты здесь даются, что ждет вас дальше. Вот Илья рассказывал о новым маркетингом, о нововведении, то есть что это ждет. И если вы этим горите, то вы к первому знакомому своему пробежите и расскажете, как это круто. Я не зову своих знакомых, мне это не нужно, но когда меня бомбило, я рассказывал, и люди подсоединялись. Сейчас нет, я работаю по-другому. И если у вас это будет действительно жечь изнутри, да я не знаю, вы же делитесь крутым фильмом, который посмотрели, там «Аватар», да, увидели, там все уши прожужжали, кто еще не видел, рассказали какой-то крутой фильм. Так же и здесь. Когда вы действительно находитесь там, где нужно, вас не будет в голове, где искать партнеров. На самом деле это очень большая ошибка, когда люди об этом думают. То, что, блин, а где брать партнеров? Но я думаю, не в этом проблема, не в партнерах дело. Партнеры больше в голове. И, если, к примеру, я вам скажу, ребят, блин, я тебе заплачу $1 миллион, если ты приведешь 3 партнеров за 10 дней, которые зайдут там, к примеру, на $100. Я думаю, каждый из вас найдет. Дело не в том, где брать партнеров, а то, что вы не видите дальнейшее, да, вы не видите того, что вы можете заработать. У вас не стоит на $1 миллион цель, так сказать. И дальше, смотрите, все, что я перечислил, касаемо этого бизнеса, это, ну, не так трудно добиться, к примеру, там, дохода 100 тысяч, 200, 300. Когда у вас все выстроено, когда за вас сделали профессионалы все, записали ролики, записали, дали вам материалы, готовый бизнес, он полностью готовый. То есть у вас есть, в принципе, все. Вам дают, вы его просто используете и зарабатываете вместе с командой, вместе с вашими партнерами. Партнеры обучаются не от вас, а от платформы, да, непосредственно, потому что на платформе также будут даваться уроки. Вы хотите расти как лидер, вы уже обучаете партнеров, чему я и советую, естественно, проводить тоже с партнерами какие-то встречи, рассказывать, но опять же с активными. Если
Человека надо пинать. Я вот никого, например, не пинаю. Я знаю, Женя, он тоже не ходит, никого не пинает. Это никому не нужно. Если человек активный, естественно, все выходят друг с другом на связь. То есть получается, смотрите, компания дает готовый маркетинг, в который бухло немало денег. Это же не 1 миллион рублей, да, можно сказать, разработать маркетинг, платформу, все это собрать воедино, а вы пользуетесь этим бесплатно. Компания вам дает инструменты, то есть не компания, а вот интеграцию такую произвели с Freedom Technology, вам предоставляются инструменты бесплатно. На самом деле инструменты стоят дороже, чем вы заходите на площадку. Вот если вы, к примеру, заходите там на какое-то количество площадок, стоят сами инструменты дороже. То есть какие-то люди, развивая другие проекты или занимаются каким-то своим бизнесом, они за эти инструменты платят деньги. То есть они платят там за рассылщик, за сайт, чтобы его использовать. Они даже не знают, что они могут зайти в этот проект, оплатить проект, вообще его не развивать и получить те же самые инструменты намного дешевле. Вы можете даже так привлекать людей. Слушай, ты пользуешься этим сервисом? А хочешь 50% на него скидку? Зайди вот по моей рефералочке и получишь 50% скидки на этот инструмент. Круто, круто. Вот вам новые партнеры. Только что придумал идею. И смотрите, то есть у вас бесплатные полностью инструменты. Маркетинг, который проработан под вас. Сама система, да, простроена. То есть некоторые говорят, там вот в интернете можно найти обучение, как делать то, как сделать это, как сделать это. Можно. Можно и до моря пешком дойти, если захотеть. Да, по идее, зачем платить за поезд, за самолет? Можно же пешком дойти, зачем деньги тратить? А здесь система, почему она такая? Потому что она укорачивает путь дохода. Чтобы то, что вы нахватаетесь, там, кто нахватается в интернете, когда он соберет воедино, у него получится каша. А здесь прям пошагово уже за вас все проделано. Все, что остается сделать, это внедрить и зарабатывать вместе с нашей командой. Этот бизнес, он для людей любого класса, что самое крутое. Потому что, как я говорил, сюда приходит не от хорошей жизни. Что я проработал на всех престижных профессиях, там грузчик, сторож и так далее, да, до этого. Евгений тоже рассказывал. Ну, он точно не рассказал, кем он работал, но я тоже думаю, не мэром был и не директором какой-то компании. На сроке, насколько я помню, он работал тоже. Илья, да, тоже не от богатых родителей. Этот бизнес любого класса. И вы можете стать, ну, здесь может стать пятизвездочный партнер любого класса, будь он там продавцом, грузчиком и так далее, или директором, это не важно. Все только в ваших руках на самом деле. И это бизнес не компании остановится, а именно ваш бизнес. Потому что вы берете ответственность, вы не должны перекладывать на кого-то. Если вам что-то не хватает, непонятно, вы должны разбираться в любом случае сами. Задалбливать своего наставника, спрашивать в чатах, в команды. Но это ваш бизнес, да, в любом случае. То же самое, если мы берем косметику, это ваш бизнес, только вы там вкладываете не знаю сколько денег. Или здесь за копейки, но вам дают все готовое, полностью инструменты. Все равно, что в косметике вам говорили, вот тебе, ты купил косметику, а вот тебе оборудование под косметику, мы за тебя будем платить аренду, да, целый год, мы будем платить персоналу зарплату, а здесь вам за вами все делают. Ну, за вас все сделано, можно сказать. Просто бери, используй и зарабатывай. Так что вы хозяин своего бизнеса. Я думаю, это самое главное, ну, мой посыл, который я хотел бы вам сказать. Не нужно перекладывать ответственность на кого-то, если что-то не получается. Но у вас все готово. Если бы мне давали это готовое раньше, я бы пришел к этим результатам намного быстрее. Тут за месяц можно разобраться. Месяц-два, и все, ты уже знаешь, как что работает. Это как игра, как монополия. Знаете, играешь сначала помаленечку, потом заводами ворочишь. Только игра – это несколько часов, а в жизни немножко по-другому. Итак, друзья, у кого, если есть какие-то вопросы остались, да, я готов на них ответить, прям 5 минут,
А дальше, я думаю, может, Илья что-то скажет. Если есть вопросы, если вообще нравится проект, вы готовы уже в нем участвовать, девяточки в чат. Будет круто увидеть вас в команде. Если кто тут живой, девяточки в чат. Если все круто, все нравится, кто готов уже стать партнером. Если есть вопрос, также задавайте в чат. Я отвечу, но прям буквально 3 минуты, если не будет никаких вопросов, я думаю, мы уже будем завершать. Здесь у нас, как всегда, небольшая пауза. Небольшая ситуация произошла с чатом, он почему-то тупит у нас. И люди не могут задать вопрос? Да, не могут задать вопрос. Он то, что это медленно стал подгружаться вот, в какой-то момент. Ага. Соответственно, я не знаю, в чем причина. Я сейчас программистам сказал, они не смотрят. Ну да, я смотрю, тут люди меняются и. Ну, да, то есть там. Ну вот здесь вопрос: еще раз скажите, как активировать презентацию. А, ребят, там я скажу, на самом деле два файла. Не, ну я понял, про что спрашиваю. Презентацию, которую отправили сейчас. Ты выслал еще инструкцию, как это сделать, правильно? Да, 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 верно, Коль. Вот, то есть инструкция у вас есть, там прям показано до мельчайших подробностей, откуда взять свою реферальную ссылку и куда ее ставить, и сохранить. Вставляете, то есть, кнопку и, в принципе, пользуетесь ей. Ладно, тогда, Илья, я передаю тебе слово, если проблемы с чатом, ждать нету смысла, тогда завершай. Если есть ко мне какие-то вопросы, если чат заработает, можете задать. Всем спасибо за внимание, друзья. И пока. Коль, спасибо большое тебе. Так, слушай, Жень, я сейчас покажу кое-чего, да, что нам нужно было показать. Ребят, и ты, Жень, должен тоже подключиться. В первую очередь, смотрите, это вот Евгения сервиса. Они уже присутствуют. Вот они сервисы, полное описание их. Но так, на следующей неделе... Сейчас, да, говорим. Комната, сейчас перезагрузят программисты. Буквально пару минут, подожди, пожалуйста. Угу. Пока не показывают, да? Ну да, сейчас перезагрузят ее. Я скажу, потому что там... Приложение, почему-то чат забился сильно. Оно прыгает, там то 300 людей, то 200, то назад. Да, да, да. Сейчас, вот проблемы с чатом. Сейчас я программистам сказал, чтобы они перезагрузили комнату, если получится. Так, все, вроде запустилось. Давай подождем буквально пару минут. Сейчас люди зайдут. Да, 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 хорошо. Угу, все. Все работает. Так, все работает. Так, ребят, берете реферальную ссылку своего пригласителя, как вступить в проект, и регистрируйтесь, и активируйтесь. Все просто. Следующий момент. По презентации. Как активировать презентацию? Ребят, все просто тоже. Когда вы активируетесь, то есть в маркетинге, заходите в регистрацию, вкладочку, берете здесь реферальную ссылку свою проекта Next, копируете, вставляете по инструкции, которая также прикреплена, по инструкции вставляете в презентацию и ей пользуетесь. Следующий момент – сервисы. Сервисы, да, ребят, на самом деле, я с Николаем согласен, если бы у меня раньше были такие сервисы, то у меня команда не была бы там 24 800 человек, когда я построил ее, звонил ко всем по телефону. Это был труд, который я не хочу повторять. Да, это круто, то есть каждый этот труд должен пройти. Но если бы у меня были эти сервисы, я бы также бы трудился, у меня было бы 240 тысяч людей. Понимаете, в чем разница? Поэтому сервисы – это на самом деле это просто крутейшая вещь, которую можешь сэкономить свое время, но от основного труда, умения разговаривать и еще других элементов уходить нельзя, потому что люди все-таки идут на людей, общаться надо уметь, знать свой продукт и показывать его и продавать очень хорошо тоже надо уметь. Вот, поэтому тоже не забываем, но сервисы – это просто взрыв мозга на самом деле. И дальше.
Сервисы у нас, они уже интегрированы, все прекрасно, все хорошо. Но появится, Евгений, пожалуйста, микрофон включи, скажи, когда они появятся в релизном сайте. Это у нас в тестовом сайте, вот у нас релизный сайт. Здесь также вкладочка появится. Все уже работает, чтобы вы понимали. К примеру, нажимаю «Перейти к активации». По-моему, здесь или здесь, я не помню. Короче, и все там, наверное, отключили, и все работает, все переходит, все прекрасно на самом деле. Там, наверное, Евгений еще делает что-то. Вот, поэтому, Евгений, пожалуйста, скажи, когда будут сервисы, а то люди сейчас активируются, зарегистрируются, спросят, а где сервис? Мы сейчас работаем над переводами, да, то есть у нас уже SpoonPay полностью переведен на несколько языков, добавляем сейчас международные форматы все основные, да, то есть и ориентировочно это, соответственно, на следующей неделе уже будут добавлены сервисы. Так, ребята, еще я один момент очень важный скажу. Смотрите, знаете, можете купить отдельный сервис, это будет дороже. Следующее, значит, вы где-то должны реализовывать. А тут у вас прекрасный маркетинг, как уже предыдущие сказали, то, что с одного человека окупаемость. Прекрасные сервисы. И еще, когда Николай сказал, будем видеть, рады вас в нашей команде, мы имели в виду, если кому-то там ударили этими словами, в команде общей, в команде Next, то есть вы должны идти по того человека, который вас сюда пригласил. Это очень здорово. Дальше, этот вебинар вы получите, я думаю, сегодня, да, или завтра, Евгений, как лучше? Смотри, вебинар, наверное, мы завтра отдадим, потому что надо немножко его подмонтировать, да, то есть обрезать лишнее. Хорошо. Вебинар мы завтра подадим, и самое главное, вы даже сейчас не знаете, вебинар, автовебинар или не автовебинар. Даже сейчас вы не знаете и не поймете, потому что это очень крутая вещь, которая умеет продавать. Ребят, всем большое спасибо, кто был. Я сейчас Евгению еще раз передам слово, если он что-то хочет сказать. Говори. И до встречи. У нас теперь вебинары будут на постоянной основе. Основной вебинар со всеми релизами мы проведем на следующей неделе. У нас будет релиз главной страницы уже в понедельник. То есть тоже это увидите. И еще у нас будет релиз новой версии PDF-файла, то есть презентация, она у нас уже готова, но мы этот релиз предоставим вам в понедельник. Там уже более красочно, ярко и еще круче сделано. Все, Жень, передаю тебе слово. Всем большое спасибо, что были. Так. Всем еще раз привет, все, кто досидел. Мы практически 2 часа с вами в эфире. Мне, в принципе, больше сказать-то особо нечего. Все уже сказано. Все, как говорится, в ваших руках. И всегда путь начинается с вашего желания. Николай вспоминал, кто где работал. Да? То есть, ну, я, честно скажу, в 11 лет для того, чтобы заработать на приставку Денди, у родителей не было так много денег, да, я пошел пасти коров, да, и вот с этого момента, то есть с 11 лет я стал самостоятельным. И дальше я занимался уже там изготовлением доспехов, всего остального, но во всех моих вот этих действиях была одна такая вещь, которую я навсегда запомнил в себе, то есть, ну, не знаю, как назвать, то есть, когда я начинаю что-то делать, либо куда-то лететь, я понимаю, что назад дороги нет. И я уже всегда себе говорю, Женя, назад дороги нет, потому что время уже ушло, и нечего вспоминать то, что было раньше. Да? Нужно думать о том, что будет в твоем будущем. И вот сейчас у вас, по сути, такая точка отсчета, когда вы можете принять какое-то взвешенное решение свое, да, которое изменит вашу жизнь полностью. Также когда я принял решение начать зарабатывать деньги в интернете, когда я принял решение еще что-то сделать, да, то есть я понимал, что обратной дороги уже нет, то есть все, что было раньше, оно прошло, а будущее мы рисуем сами, вот, и каждый день у нас наступает такой момент, даже каждую минуту мы принимаем решение о том, какая будет наша дальнейшая жизнь, и я надеюсь, что после данного вебинара мы не только рассказали вам о том, какой бизнес вы можете строить, да, я надеюсь, что после данного вебинара вы что-то поменяете в себе, да, увидите свою будущую жизнь, какую вы хотите ее видеть, да,
и будете идти к этой жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, несмотря на какие-то там препоны и все остальное. Неважно, какой, в каком государстве мы живем, да, всю нашу жизнь мы рисуем сами. Вот. На этом я хочу с вами попрощаться, друзья. Всем огромное спасибо. Встретимся уже на следующих вебинарах. Жень, минутку еще. Смотри, ребят, у нас будет происходить отсев и набор спикеров. Мы будем решать составом лидеров этот момент. Поэтому, если у кого-то есть желание стать спикером, или кто-то хочет себя в этой сфере попробовать, ну, наверное, все-таки люди с опытом нужны, ораторского искусства. Ну, в общем, каждому подход будет индивидуальный. Пожалуйста, свяжитесь с нами в Телеграме, или с Евгением, или со мной, или с Николаем Котиным, или со своим лидером, а он свяжется уже с нами, ребят. Все, еще раз всем большое спасибо. Молодцы, кто досидел. Транслируйте эту информацию. Кто не зарегистрировался, активируйтесь. Кто сюда пришел, новичок, берите свои реферальные ссылки у своих пригласителей, тоже активируйтесь и всех уведомляйте, несите эту информацию в массы, транслируйте ее, ребят. Все, всем до связи, всем хорошего дня, больших чеков, ребят, всем всего хорошего.